Ребята, вот вам мини-гайд на всякий случай. Вот здесь у рой модель B также есть такой же рой на хеликерриере. Ну, вы поняли, скажем так. Здесь вы можете купить такие штуки, которые позволят вам прокачивать ваши, собственно, вещи. К примеру, нанотрубку. Спасибо. Плазму, причем они продаются сразу, как вы видите, по 10 штук. Уру и фрагменты. В чем прикол? За фрагменты, как вы видите, мы покупаем как раз три вот этих нанотрубка, плазма и уру. Фрагменты просто так выпадают с миссии, они сыпятся просто горой. Или же вы можете за один вот такой... Блин, я не скажу, что это за один камешек, короче, купить сразу 50 штук. И вот, пожалуйста, мы тут закупаем, закупаем, закупаем. И у нас теперь вот этих ресурсов, а именно уру, плазмы и нанотрубки дофигища. Да, вы скажете, ой, а вдруг у нас нужно что-то там еще? Блин, у меня тут все вкачано, даже показать-то нечего. Ну, естественно, вот это вы за задание получаете. Вы, наверное, и так это знаете. Если не знаете, знаете. Это вы получаете за фракционные задания. Вот этот вот полихрон. Потом что? В другом же месте, как раз на геликерии, вы сможете купить катализатор. Вы сможете купить, сейчас скажу, вот этот вот нанит и что-то там еще, по-моему, можно купить. Короче, если вы хотите быстро прокачаться, вы покупаете вот здесь вот. Вот, если что, это локация. Это убежище не людей. Недалеко от стола. Можете вот так вверх нажать. И вам сразу укажет. Здравствуйте. Вот, рой модели П. Вот так вот. Так вы легче прокачаете любую вещь. Поверьте, ресурсов вам хватит на покупку.